меняется как-то. Ну как, типа хобби. Я сам инженер-строитель по профессии, но занимаю это мое хобби. Вот. Я от этого получаю удовольствие. Так, что дочка была бахаму амина, что мы чаем? Там амина. Сам, своими. Проб, путем проб и ошибок был. Полностью это мое. Нигде не учился, сам научился. Да. Дечка Эмаля, усхалдуй. Что, мил дечка ли едва? Ху дечка ли едва? Похвала. Ну, короче, все ценные породы дечки. Из любого дерева можно что-то сделать, по-любому. Любое дерево – это благородный материал, когда, допустим, кто-то его сжигает там, или рубит. Для меня это, я считаю, это несерьезное отношение именно к созданию Всевышнего, там, что-то создала природа. Этим надо пользоваться. Он угар, а мехал, и что, балконок был, один был. Там билдел дел, был бойон, что угол бить был боксер. Кузан, да? Кузан, вон, и еще у меня есть, заказы есть, там, кафе, рестораны, там, интерьерное оформление, ландшафтное оформление, любое оформление. Харбел, что уж ценаешь, за фестиваля, конкурсия, что дарь лекция? Участвовали в фестивале, конкурсия. Там уличная галерея Ятлова и Самбаева. Всегда мы, у нас своя группа, свои люди у нас. Разнообразие в этих планах. И вот там мы тоже участвуем. Кудечка была? Бобдечка. В основном республиканцы. То, что в Чечне, местный. Уж та аму шо уя считается. Инца Влад пока внучка Йошу Таня Бобби. Но она делает тоже из пилов дерева игрушки. Пятиклассник, все, но шо Таня Бобби. А вот старшая внучка, она дизайнер. Именно по рекламе Бобби выше, потому что. Короче, говоря, совместно. Старому штаха дышер. Так, инцер что обещай на собор, ты твоя по собор выше, что была будет, хал будешь. Свет, наши девчонки приехали.
Да. Нам поможет компетентная женщина. Стекло и керамики. Это известная кулинария футболгерия. По стеклу и керамике. Паскады и тахама, ё? Да, паскады. Да, это на голову душу. А другие, что ты делаешь? Я тебя обожаю, а тебя люблю.
Ой, Схара, это, по-моему, когда видишь кудымец. Да. Ой, ну правильно, вот это вот мне прям понравилось. Вот. Я ее знаю, потому что она приходила к нам на курсы. Смотрите, как она говорит. И она, знаешь, это осторожно. Вообще странно, это что за фамилия? Почему у чеченцев есть такая фамилия, которая, может быть, это... Ездить на вот девочка с Будурмеса, к нам в село ездить. Золотые девочки. Вот с соседнего села Сной. И нам очень понравились картины, которые есть в этой галерее. Мне очень понравилось несколько работ, хотя, в принципе, все они абсолютно красивые и отличаются своей изюминкой. Каждая из них очень красивая. И эта галерея мне очень понравилась своей тематикой, своим настроением. Все было очень красиво, мне понравилось. Художники, которые все это нарисовали, очень талантливые люди. И в будущем мне бы хотелось открыть свою галерею, свою выставку, чтобы такие молодые люди, как я, смотрели, приходили сюда и восхищались такими работами таких художников, как... Да, скажи пару слов о выставке. Мне очень понравилось тем, чем мы сегодня занимались. Мы нарисовали красивые работы по технике батика. Это было очень интересно, были какие-то недочеты, но мы все равно справились, и сегодняшний день запомнится навсегда. Кто бы из Союза женщин пришел бы, я думаю, хотя там нет таких, как его называют? А они блогеры, они на этом делали деньги. И сейчас уже успокоились, сказали, российский Росграм вводят с апреля месяца. Выставила. А что я в Телеграм? Одно фото. Но я могу много выставить, но кто я буду? 26 подписчиков у меня. Зайдет неизвестно 26 подписчиков, и они только. Вконтакте есть, я пока не начал. Нашелся, например, носить, да я правильно, пошли вместе посмотрим. Носиться нельзя. Полиграфию я, конечно, хотела научиться, вот 2-3 слова, я бы на платках могла себе это написать. Да, да, да. Не дай, а за женщину, вот когда вначале, она получила. А вот ты говоришь, закрепите. Не, закрепите до итогов школы. Здесь нет никакого закрепления. Краска или он такой же остался? Чернугола, это потом шагится. Смотри, вот это она говорит. Она хотела красиво сделать. Вот видишь, что я хотела. На любом платке вот это все-таки вы моей. Но может быть ваниш, если ваниш. Помазать. Она же уже... Я вроде начинала, но все равно полностью. Там внимательность есть, царь. Да, красители тут же нас. Спокойно. Надо снимать, что вот это вообще национальный узор, это вообще изумительная красота, да. Поэтому, конечно, эти платки получаются.
Но это надо, чтобы вы учили. И это у Зимкова. Вот этим резервом вначале, чтобы туда краска не попала, вот так, а каждое место ты закручиваешь. Шел ту, потом уже гором. Делал. И что хильно, чувство собрал, и что. Вот так. И потом. Здесь карандашом вот зигзаг проводите, и по зигзагу вот так собираете, вот там завязываете, потом вот так. И узелок еще. У вас очень много методов. Да, разные пол, узелок, разные пол. А еще гора. Ага, красота это бандетал ренцу, красота. Вот такой узелок. Красота осмок, это бандетал, а что завязаться? Узелок. Каждый узелок завязать мягкий. Например, вот видите зигзаг. По зигзагу. И, например, гинцовки бирюзовые. Да. Их желтые, от их фиолетовые. Просто палпы. Да. И маснака читаешь, чтобы... Завязать мягкий. Например, нитки. А с нитки завязать. Нитки, что он от. Краска от нитки, то уладывает, потом уже когда развязывается, так и эффект, да. Но если на ХБ делать, вот так красиво, не расплывется. Специально. И краски занимаю по шелку. По ХБ. По ХБ. Кордой так можно. А еще... А вот такой белый шелк бывает? Бывает. Любой карен, чтобы чахал. Метр, 350. В центре и там мартини, а столько взять, и штаволти до конца. До конца. Да. И так уже разные места. Просто красочка. Да. А потом мы всегда развязываем. Видишь, как красиво получилось эти твои веточки, которые ты... Да, прям красота. Если бы не их еще... Она заранее предусмотрела, заранее все это она продумала заранее. Поэтому так красиво и получилось. Да. Все золотые. Так, я супинка в мастер-классе Декна, как Плехана Лиана, молодой преподаватель и эдукцин, шел шоу, я помню, еще в выпускной классе Аллаштахан, кстати. Они выпускники этого года, Ошербулшбуша, Ака. Охана очень повезло, как говорится, провести такой хороший мастер-класс техники батик по шелку. Кузаха мастер-класс, это для вас стимул, чтобы кидашу, белше, ба, шудок да и так, музей посещать, целью, алшу ера музей посетить, и в то же время и мастер-класс. Тогда на буквально чоха с белгштина, а к истинк искишьха это цветаха, что пошел к тол краскши использовать, что так сонно дедгар был к аяна эту, что тогда еще хазши кормотал дед на, а приян хуна ишь хазха беш а мош хазха юш хакида дал эту был. Да, это хейбер-тир. Дуку-дуку мастер-класс. Юэль-Ахпа не только в нашей республике, но и по всей России и за рубежом. Да, это хейбер-тир. Да, это хейбер-тир. А вас? Да, Хэнс просто завишет, я не знаю, если бы все это. Завишет, что я не знаю. Разовшет. Что было?
ایش تو خوز خوش بلخش خلی لر ایو زمان چو خربال لیل چه اگه دل ایه تو بایلی در دکومنت زیر Барка. Барка, да, я схожу. А ты кель машин? Барка. Алло. Хаус,